Всем привет, меня зовут Руслан, вы на канале «Китай отличился». Сегодня у нас речь пойдет об пословице, поговорке, такой как «проверяй, да доверяй, да проверяй». Перед началом ролика подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, промотивируйте меня, конечно же, мне будет очень приятно. И давайте приступим. Принесли компьютер, системный блок, довольно старенький, у меня вот под ногами валяется, сейчас снизу будем снимать. Большой, некуда ставить, не хочу доставать его вверх. Ничего не написано, что не работает. Звоню хозяину, говорю, так и так, что делать-то? Он говорит, меняем видеокарту. Хорошо, меняем видеокарту. Почему? Где-то посмотрели сервис, сказали, видеокарта накрылась. Ладно, хрен с ним. Открываю, видеокарта лежит у нас внизу. То есть она не в слоту PCI, а внизу, просто в корпусе лежит. Помимо этого, маленько еще подразобрано все. И думаю, меняем, беру. Тестовая видеокарта у меня есть, здесь какая-то древняя, на гиг, какая-то вообще HD5450. Такая, просто знаю, что она рабочая, и для тестов она подходит вполне. Втыкаю, у нас есть старт, и тут же все тухнет. Ладно, думаю, хрен с ним, может быть, видеокарта моя нерабочая. Беру еще одну древнюю карту, она тоже рабочая. Ни хрена, то же самое. Поднимаю видеокарту, вижу кондер. Кондер у нас промят так, что как будто по нему ткнули так сверху отверткой. И, блин, я не знаю, как это можно было сделать. Ну, ох, какой легкий ремонт. Снимаю кондер, ставлю другой, запускаю, то же самое. Снимаю видеокарту, запускаю, старт есть, картинки нету. Хотя процессор у нас с видеоядром, по-моему. Думаю, ну не может же быть такого, что так не так здесь. Оперативку меняю, нет, процессор нет. Думаю, ладно, хрен с ним, стартует. Остается только блок питания. Иду в сарайку свою. Нахожу там вот такой блок тестовый. Он старенький, маломощный, но рабочий. Все линии у него работают, там даже есть на видеокарту выход. Но работает все. Тыкаю, все стартует с родной видеокарты, все запускается. Думаю, ну как-то так, не может быть. В сервисе же уже он был, сказали, что дело у нас в видеокарте. Думаю, ладно. И давай разбираться с родным блоком питания. Снимаю его. Вот он у меня. Сейчас, секунду, я наклонюсь. Да, вот я его снимаю, он у нас такой черный, красивый, стильненький, да. Начинаю его крутить, а на нем ни одной надписи нету. Есть какая-то наклейка гарантийная, и нет ни одной надписи. Думаю, нифига себе блок питания. А он весит, ну, грамм, наверное, 200. Смотрю отверстие вентиляционное, вижу, там сдутые кондеры. Думаю, о, как хорошо, сейчас кондеры поменяю на блоке и, ну, отправим обратно компьютер. Ну, не тут-то было. Я его открываю. Открываю. Здесь у нас кулер. Вижу вот такую картину. Так, что внутри все черное. И тут мои глаза падают на корпус данного компьютера. На корпус данного компьютера. И я вижу такую картину. Сейчас переключусь. Вот такую картину желтую я вижу, где стоял блок питания. И тут мне становится все ясно. Так что теперь... Хозяин уже купил новый блок питания. Сейчас мы его все подкинем и проверим данный системный блок. Так, как я уже сказал, клиентам был приобретен блок питания, собственно, ручно в магазине ДНС. Купил DeepCool. DeepCool у нас TN500. Для такого компьютера это многовато. Ну, хозяин барин. Что сказать? Я хотел купить сам. Я купил попроще, конечно.
Ну, я не могу каждый день кататься до города, чтобы покупать запчасти. Мы находимся в поселке все-таки. И блок питания с запасом на будущее. Не буду ничего рассказывать про модель, про характеристики. Много обзоров есть. И я думаю, это лишнее. В комплекте макулатура, кабель питания, сам блок питания и 4 винта крепления. Также у нас есть силикагель и пустая коробка блока питания. Так мы с ней поступим. Давайте вскроем, посмотрим на внешний вид, на разъемчики. Я не знаю про разъем, я не смотрел. Открываем, распаковываем. Здесь у нас, конечно же, не модульный блок питания. Я думаю, цена у него порядка 2-2,5 тысячи рублей. Возможно, я ошибаюсь, поправьте в комментариях, кто знает. Весит он так нормально, пакет нам не нужен. Видимо, у нас маркировка Deepcool DN500. И характеристики у нас вот такие. Можете поставить на паузу и посмотреть. Имеем включатель-выключатель и стандартный набор проводов. Вот у вас материнская плата, питание, видео, карты 8 плюс 8 пин. Неплохо. И питание процессора у нас 4 плюс 4 пин. Также имеем у нас 1, 2, 3, 4, 4 SATA. Очень хорошо, нам как раз на 4 SATA. Клиент молодец, облегчил мне работу. Сейчас я втыкаю блок питания и запускаем данный компьютер. Чтобы блок питания поменяли, так вот все красиво горит. И, к сожалению, у нас слетевший Windows. Но это мы уже обсудим с клиентом. И я думаю, наверное, переустановим. Сейчас попробую запуск восстановления включить. Ну, вряд ли что-то поможет. Вот так вот. Да, ничего не помогает. И Windows слетевший. Ну, вот такой был у нас поучительный ремонт. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Вот такой жирный лайк. Там внизу есть колокольчик. С вами был Руслан. До новых встреч. Пока-пока.